Эта минута молчания посвящена всем тем, кто ушел на войну и не вернулся. Подвиг героев навсегда жив в сердцах белорусов. К республиканской акции во славу общей победы Бобруйск присоединился еще в прошлом году. Не остались в стороне руководства города, военные, дети и общественность. Война заканчивается тогда, когда будет найдена последняя могила павшего защитника. Землю из 14 братских могил и воинских захоронений, взятую во время митингов реквиемов, бережно хранили в Свято-Георгиевском храме. Сегодня капсулу доставили в Могилев. 9 мая кисеты с мемориальных мест всей страны поместят в столичную крипту храма памятников в честь всех святых. Землю собирали в течение нескольких месяцев, и я присутствовал на большинстве мероприятий, потому что это, безусловно, важно как и для меня, так и для города. Этот день краеведческому музею запомнится и возвращением артефакта с бобруйской пропиской. Археологическая сенсация, напомню, произошла в апреле 19-го в районе речного порта. На реставрацию ушел целый год. Нужно было освободить его от солей и металлов, то есть там и механическая стабилизация, и химическая, и очистка, и потом обработка специальным защитным составом для того, чтобы он не подвергался дальнейшему разрушению и коррозии. Консервация производилась и реставрация в учреждении Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Одна из версий гласит, шлем X века принадлежал князю Изяславу. Подобным раритетом могут похвастаться разве что в Польше и Украине. Этому шлему больше 1000 лет. Историки называют такую находку не иначе, как чудом. Предмет прекрасно сохранился. Вот здесь сбоку можно увидеть несколько вмятин. В Бобруйском краеведческом музее артефактов с такой историей мало. В основном элементы быта и украшения. Скоро шлем станет достоянием города. Для него соорудят отдельный стенд. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск 360.